Добрый день. Прежде всего, уважаемые мамы, жены, родственники наших военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. По поручению главы Республики Саха-Якутия, Министерством труда Республики в эти дни усиленно проведена работа с воинскими частями и военным комиссариатом Республики при формировании сведений о мобилизованных. Нами практически в полном объеме закончена обработка всех сведений, поступивших с воинских частей, в которые были призваны наши военнослужащие, наши граждане Республики Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что бесспорные заявления, полученные от вас, будут обработаны, и суммы соответствующей материальной помощи получены будут либо сегодня, либо завтра. Среди необработанных сведений являются сведения, которые пришли из Приморского края. Данные сведения поступили к нам, идет их обработка, и в ближайшее время с небольшим опозданием, но будет осуществлена и их выдача в том числе. Сейчас оперативно одновременно Минтрудом обрабатываются данные по согласованию с МВД, налоговой службой и другими органами. Необходимо обратить внимание, что, конечно же, жизнь далека от тех формальных правил, которые мы с вами устанавливаем. Есть случаи, когда относительно одного военнослужащего мобилизованного подается несколько заявлений от всех членов его семьи. Когда у мобилизованного вообще отсутствуют члены семьи, имеющие право на получение выплаты. Когда родители нашего мобилизованного проживают за пределами республики и не могут написать заявление на оказание такой помощи. Обращаю ваше внимание как на 122, так и в управлениях соцзащиты республики, для того, чтобы ни один мобилизованный не остался без помощи. Мы готовим соответствующие изменения в порядок оказания помощи. Уважаемые наши жены, матери, уважаемые родственники мобилизованных, в те формы социальной поддержки, которые непосредственно определены указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, будут доведены до каждого из вас в полном объеме. При возникновении вопросов также ждем ваших обращений на номер 112.